Друзья, только что вышел из МФЦ, вот, так что могу заявить, что мы разводимся наконец-то, потому что там просто не знаю, что-то с головой конкретное. Хочется, наверное, извиниться за все, что было вкидано вообще в интернет. Мне было за все это стыдно, я, к сожалению, не мог это контролировать. Вот, и все прекрасно понимаю. Вот, сделал, наверное, какой-то потом общий пост о всем случившемся. Вот. Больше сказать, в принципе, нечего. Это просто фейспалм. Итак, друзья, я думаю, что, в принципе, все вбросы, которые происходят с другой стороны, показывают, на самом деле, кто кого любил и кто кого не любил. От себя могу сказать, что ничего плохого про нее говорить не буду. Это какие-то, может быть, душевно больные расстройства. Ну, мне больше нечего добавить. Моя мама, если честно, в шоке. What about the quality? Try it yourself, gringo. Okay, okay. It's great. We take it all. Now that is pretty enough. Skin Club. The lowest prices. Всю жизнь я стремился играть в Counter-Strike, как бы это была моя мечта. То, что, да, получилось так с командой Na'Vi, мне очень жаль, обидно, но на этом не хочется останавливаться. Я хочу продолжать свою также карьеру, если это будет возможность какая-то в любой команде. То есть я просто, не знаю, хочу извиниться, опять же, перед всеми за все, что вы это видите. Вот, я думаю, что адекватные люди поймут, кого в этой ситуации поддерживать, кого в этой ситуации не поддерживать, за всю клевету, которая высылается там. Будут поданы иски, просто это так не хочется оставлять, потому что, ну, личную жизнь свою выставлять, в принципе, какие-то вбросы, что я выбил ей зуб, я не знаю, кто этому поверит вообще, в принципе, что кто-то выбил кому-то зуб. Все меня знают прекрасно, какой я человек в жизни, и все мои близкие меня поддерживают, сейчас пишут мне, то есть, про помощь какую-то там психологическую. На самом деле сейчас понятно, что сложное время, но на душе хотя бы сейчас спокойно немного. То есть шантажировать себя не позволю, я не тряпка, не кусок дерьма, чтобы со мной так поступали. То, что я ошибся, оступился с человеком, поверил в него, любил его, и все, в принципе, это, скажем так, то, что выливалось, все думали, что я идиот, что позволяю, вот это просто я терпел, потому что действительно любил, но, как бы, не знаю, слепо любить человека и не получать никакой отдачи, вот, тем более получить вот это в ответ, это в очередной раз доказывает, что мое решение развестись, это было правильное решение. Могу сказать, что хайпиться на эту тему я не хочу. Хочу, чтобы побыстрее это все закончилось и просто все продолжилось, жизнь в нормальном русле. А вам всем спасибо огромное за поддержку в этой ситуации. Я уверен, что 99% людей относятся ко всему с пониманием. И реально спасибо за поддержку. Я не сломаюсь, я вам обещаю об этом. Я продолжу играть в CS. Посмотрим, что будет дальше, как развиваться события. Просто сейчас хочется отдохнуть от всего этого просто и заняться как бы исками, которые будут точно, потому что, ну, то, что выложено, это пиздец полный. Вот, я думаю, каждый это понимает.